Вера Васильева умерла на 98-м году. Она была настоящим символом театра сатиры, фактически его музой и хранительницей традиций. Ее красота и обаяние восхищали зрителей на протяжении всей карьеры, а творческий путь Веры Кузьминишны, собственно, ей стопроцентно соответствовал. Он был прекрасен, достоин и по сути безупречен, как и она сама. Вслед за Юлией Борисовой ушла Вера Васильева. Две легенды, две королевы наших сцен и экранов. Обе до последних дней сохраняли прямую спину, гордую осанку и жизнерадостный нрав. Обе были примером жизни очень долгой и очень славной. Обе до глубокой старости оставались образцом настоящей, до мозга костей и до последнего дыхания женщины. Элегантной, обаятельной, прекрасной. Фильмография у нее богата, но кинокарьера не сложилась, роли в основном эпизодические, служебные, она там чаще всего была камео, блеснет и исчезнет. До своего главного кинодебюта в «Сказании о земле сибирской» она впервые засветилась в крошечной роли электромонтера, зависнув вместе с Людмилой Целиковской на столбе с лучезарной песенкой «И душевный привет донесут», «Донесут провода», милейшая комедия военных лет «Близнецы». Васильева была еще студенткой, и все было впереди.